По сообщению «Седмицы», четверо жителей штата Пенсильвания и группа атеистов подали иск против изображения креста на государственной печати, поскольку, по их мнению, оно нарушает Конституцию. Иск был подан в окружной суд Восточной Пенсильвании против властей этого штата, которые пользуются данной печатью. В марте прошлого года комиссары Совета округа Лиха единогласно проголосовали против предложения об удалении креста и флага с печати по письменному требованию воинствующих атеистов Фонда свободы от религии. Разгневанные атеисты подали иск в суд при поддержке жителей округа. При этом в этом иске они требуют суд признать, что изображение креста и флага на печати нарушает Конституцию США и вынести бессрочный запрет на использование этих символов властями округа. Первичные письма Фонда свободы от религии касательно креста были направлены властям округа еще в ноябре 2014 года и в январе 2015. Совет комиссаров округа в своем официальном ответе сообщил, что крест – лишь один из целой дюжины символов, восславляющих первопоселенцев округа Лихай, которые были христианами.